Добрый вечер, ребята. Посмотрите, какая у нас зима. Город Георгиевск приветствует вас всех. Мы ведем нашу трансляцию из Головинского сквера. Да. Вот фонтан уже накрытый. Идем, красота такая. Снег за 2 года. Вот он выпал. И сейчас идет. Сколько дней уже Славик он держится у нас? Дней 5? 3 точно. Температура минус 7. Дышится легко. Ветра нету. У нас тут семья оленей поселилась. Ну да, пойдем сейчас. Светящихся. Молодежь дефилирует тоже тут у нас. Фонтанчик наш украсили, гляньте, как красиво, весь сверкает, блещет. Да, накрыли каркасом его. Ну да, и правильно, он так и сохранится лучше. Ну конечно, зачем? Ой, я прям в восторге таком. За несколько лет, дней вышла на улицу. Ой, как красиво. Красиво. Детки катаются на саночках. Да, мы жители южных регионов, у нас тут поселились олени, представители севера, целая семья. Вот такая у нас экзотика. Что, тебя фоткать? Красиво как. Да? Шарики. Присыпала снежком. Ой, ребята, как красиво. У нас это редкость, конечно. Такая зима. Но обещает уже буквально день-два, и будет это все таять. В том году, в это время, у нас возле Вечного огня зацвел каштан. Какая красота, гляньте, елочка вся в снегу, снег идет, какая прелесть, наслаждаемся снежком, погодой, ловим моменты. Елку у нас, гляньте, как нарядили. Красота. Сейчас подойду к ней и покажу вам.
ребята, елка вся в огромных шарах. Снежком ее чуть-чуть присыпала. Вся сверкает. Какая прелесть. Дед Мороза со Снегурочкой нету. Раньше были. Давно-давно, я имею в виду. Теперь у нас вот только елка искусственная. Каток работает. Сейчас подойдем, поглядим. Лошадка катает деток. Стоит, ждет седоков. Администрация работает. Репость? Да. Новогодний экспресс. Да, ждет. Детки, как всегда, веселятся. Им все ни по чем. Полировка льда происходит. Народ усиленно так коньками гребет, что он на льду аж снег сверху покрылся. Выгнали технику немножко лед восстановить. Подшлифовать его, почистить, водичкой залить. Ну да, он блестит, глянь. Да, заблестел как он. Мокренький. Ждут, все стоят, ждут. Ну да, пока он ездит, время там продлят на 10 минут или 15 минут. Пребывание на катке удлинится немножко. Как Емеля на печи, глянь, как она дымит. Надо ее было задекорировать, да? Да. Под русскую печь. Надо пойти им эту идею подсказать. А сзади за собой в ступе Бабу-Ягу привязать. Лашка, гуляния же будут на Новый год. Вот, пожалуйста. Ну да. Тут будут кататься. На зеркальную поверхность льда вышли юные фигуристы и хоккеисты. И просто любители катка. О, Дима едет. Дима. Давай, погоняй. У тебя уже хорошо получается. Давай, ну-ка. Быстро. Ну-ка, давай. Ой. Так, на следующий год уже клюшку надо будет покупать, наверное. Шлем, наколенники. И тут хоккейная команда, да, играет. Вон он, ой. Ну, уверенно уже держится на коньках. Ну, как он на роликах катается, как быстро. Ролики тоже русские роли сыграли. Очень хорошо, когда ребенок умеет на роликах, тогда и на коньках у него хорошо получается. Ну, у любого взрослого. Так же. Ну, вот детки, видишь, как будто ворота катают. Ну, держаться, да, упорно. Да.